И снится дивный сон Татьяне, что век двадцатый на дворе. Не сняв ботинки, сильно пьяный, Онегин дрыхнет на ковре. Опять на роль не утвердили, опять без денег куковать. Татьяне снится Пикадилли с воздушным пологом кровать. Коротким месяц был медовый, промчались сладкие деньки, и вот реальности суровой Татьяне корчевать пеньки. О, как красив сначала был он, загадочен, умен и мил, и щечки заливало пылом, когда он с ней говорил. И вот итог, что ж в самом деле, не выбираем мы пути, всему виной, друзья, дуэли, могла б Зеленского пойти.